Привет, вы на канале Илья Попов, и сегодня мы поиграем в World of Tanks Blitz. Вот, мой леопард любимый. Ну, сегодня я хочу вместе с вами получить вот Алекто, и после него АТ-2, непробиваемый танк. Камуфляж. Лето. О, молнии, классно. Такс. И ну и в бой пошли. Угу. Задача уничтожить все танки противника. Нормандия, моя нелюбимая карта. Алекта, мой нелюбимый. Но я хочу получить АТ-2. Так что придется. Да, так. На телефоне все легче, чем на компьютере. Сейчас последний удар мой будет. Нет. Так, у него только поворачивается на него стоит, а он здесь крутится. Так что это вообще неудобно, ребята. Играть за Алекта. Вот леопард нормальный там. Быстрый там. Стреляет. Базу. Я вообще мастер, но на компьютере немножко еще не разобрался. Но я уже 2 раза там на компьютере победил. Или сколько? Ну, по-моему, 2 точно я раза побеждал. Ну, здесь я побеждал 1000 раз. Сушка, сушка ползет. Вылазь. Давай. Вон. На базе стоит. А, нет, не на базе. Там ползи с базы. Ты излюбил. Почему я сушка называю? Потому что это я сам придумал. Просто сушка. Получу я мало. Ладно, посмотрим. Да. Вот это игра!
Ребята, крутая игра, мне нравится. Да что ж такое? Ну и на каком я месте? Ну ладно. Ладно, ребята, хочу вам показать леопарда. Он у меня прокачан по максимуму. И я думаю прикупить ВК-3001Д. А потом пантеру. И дальше буду разбираться. Ну и вам я сейчас покажу леопарда. Так, забираем. Здесь. Вот тут оно. Нет, нет. Вот. Ну, да, здесь полегче, чем на компьютере. Да и графика не как там, помните? Там вообще было крутейшая графика. Я оставлю ссылку в описании, и еще в правом верхнем углу сейчас всплывет подсказка, где будет ссылка на мою первую часть World of Tanks на компьютере. Все равно собирался прокачивать Олекта. Ну, за леопарда что-то не задалось. Нужно было больше смотреть на карту там. Вообще просто смотреть. Вот Матильда еще крутой танк. А кто после Матильды? Так. Угу. Ладно, за Олекта. Вот здесь намного быстрее, вон, 3 секунды. Ой, надеюсь, вам меня вообще было слышно. Ой, там еще ПЗ. А, замаскировал. КВ. Я сушку сейчас убью.
нет. The gun's damaged. It's working, but not very well. We didn't even scratch them. За меня вот этот от вас. Enemy vehicle destroyed. Bail out. This vehicle has had it. Ладно. Я проиграл. Пожалуйста, подождите. Ой, мы уже затянулись, тогда думаю, уже пора прощаться. Вон у меня есть круизер. Ой, третьего уровня, ПЗ-3, ПЗ-4. Ну, в принципе, все. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! А ну-ка, что здесь? О, забираем. Так, сы получаем. Ага, особый пропуск. Понятно. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Тогда для вас песня. Подпишись на меня и лайк поставить не забудь. Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Подпишись, все будет классно у тебя!